что вы забыли в туалете. Явись и улыбнись. Здесь кто-нибудь есть? Вот ты черт, а! Кори, куриться будем? Всем привет, друзья, на связи Байрон, а в программе «Паранормальное» сегодня у нас Кори Шерман. Рассудок ниже 25, детектор МП и потушить свет. Написано, заставить призрака потушить свет, свечу, светильник, фонарь. Теперь это так называется, название предметов-то поменяли. Мы на Эдшфилде, и это кошмар, и это обновление 9.03 уже. Фиксов понавыпускали. Вроде как почноуты почитал, вроде как должны были исправлять разрабы. Вы чё? Ну, смотрите. Это не исправлено. Ну, куда текстуры-то пропадают? Почему они выходят из чата внезапно? Так, мы это сразу включим. Это вот так. Заберем отсюда, чтобы нас не бесило. Кори не бесил. Не знаю, кто это. Понятия не имею. На кошмаре у нас есть две улики. Есть проклятый предмет. О, щиток светится. Это хорошо. Так что, в целом, да, все должно бы быть плюс-минус нормально. Так, нам бы Гайстфилдметр. Гайстфилдметр. Привет. А пианино не починили, кстати? Нет. Пианино как было расстроенное, так и есть. Пойдем поищем проклятые предметы. Пофотографируем все это дело. Это не доска. Ну ладно. В принципе, я ищу сейчас проклятый предмет только ради фотки, если это не зеркало. О! Хрусь, какая встреча. Что вы забыли в туалете? А, так, так, здесь у нас ни черта не может быть, здесь это не то. А где зеркальце-то висит обычно? Вот что, забыл. Здесь же должно бы быть. Нет? Как это я так шел? Подождите. Что такое? Стоп. Во. Где? А вот тут, да? Ты на этот телефон звонил, Кори? Ну, это немножко не то. Так, а отпечатки есть у тебя? Нет. И прятаться здесь нельзя. А ты где? Ты в... А, вот, есть отпечатки. Однако. Так, ультрафиолет. Ультрафиолет. То есть ты коридорный? Явись и улыбнись. А, так, ищем место для пряток. Ищем, ищем и не находим. Блин, здесь кто-то шины какие-то что ли оставил. Кто охранит такую фигню? Вот кто так захламляет ящики? Правильный ответ — все. Что-то с сенсой у меня непонятное, надо будет отрегулировать, но не сейчас. О! Ну, хотя бы, ладно, и на том спасибо, а вот этот вот пусть меня не путает, закрою его. Так, это... А где вы конкретно? Ну, остыть уже должно было, но... Или что, ты прям так вот не остужаешь? Быстрее гаснуть стало, кстати. Чё, чё? Тихо. Что полетело-то куда? В ванной? Блин, ты игрался. Так. Бежим. Да елки-палки. Ну да, это определенный я был. Круг призыва, что ли? Я в подвал еще только не ходил. Давайте на обратном пути забежим в подвал. Одну улику нам дали.
целом, этим нам уже надо бы быть довольными. Прятаться тоже нельзя. Но это кошмар, да. Да, точно, круг призыва. Айц. Фоткать я эту заразу на круге не буду. В целом не люблю круг призыва, у меня всегда были с ним проблемы, поэтому я предпочитаю его просто не использовать. Так, здесь мы закроем. Что ты здесь... А, я не включил, когда уходил, да? Так, дружище. Так мне нужно как бы понимать четко, где же ты. Ты что-нибудь еще трогаешь тут? Да, весь коридор. И вот тут. Да. В комнату с куклой мы не пойдем уже. Ладно, жди. Сейчас принесу остальную оборотку. Будем тебя исследовать. Какая-то одна улика еще должна быть. Так, я полагаю, что нам пора бы уже и... Ну, вроде проглотил. Ладно. Да, кстати, датсы давайте посмотрим. Говорят, их теперь можно устанавливать. И чё? И не, ну термометр надо с собой брать. Я не понимаю. Так. Ну, уже провафлил, да, этот момент? Так и где же ты все-таки, дружище? Нет, здесь к 15 стремится. Ага, детская все-таки, да? Принято, понято. Ты не бабака? А где отпечатки? А? Где отпечатки? Ты отпечатков не оставил? Ты тронул дверь только что. И не оставил отпечатков. Я же правильно понимаю? Абака? Серьезно? Где отпечатки, чувак? Я рук не чувствую. Пейн, а у тебя их нет. Ага, ага. Игрушки раскидываем. Такой непослушный. Ну-ка. Как его вставить можно? Ага. Ну, занятно. Да, блин. Не, так не работает, да? Ладно. Ну давай поставим тебя все-таки вот так. А на штативы можно? Арба летит. Угу. Так, призрачный огонек. Банши Ханту. Абака. Ну вот Абака меня прям сильно смущает. Прям сильно-сильно. Мим тоже может быть. Но то, что этот паразит не оставил отпечатки, когда потрогал дверь, это прям оно. Ну-ка сделай что-нибудь, непотребство какое-нибудь. Давай я вот сюда тебе кину. Чтобы слышать. Это все принесу благовоние на всякий случай, потому что скоро уже начнется, наверное, атака. Хотя мы сейчас еще одну выпьем фиговинку. Так, что надо-то? Рассудок ниже 25, а свечку надо тебя заставить потушить, да? Проверим остальные улики. Возьмем с собой крест. Распятие я вот прямо сейчас там положу. Таблы мы выпили. Вот так. Не запутаться бы потом, какой. Здесь кто-нибудь есть? Ты здесь? Ты рядом? Дай нам знак.
Ты здесь? Если он и здесь, то... Постучи в окно. Кори. Кори Шипман, постучи в окно. Не, ну пока у меня такое стойкое ощущение, что это все-таки Абака. Паншовости не наблюдаю, не ходил за нами. Не было поползновений каких-то упереться. Давайте вот так вот поставлю еще, чтобы тебе совсем красиво прям было. Потрогай что-нибудь, Кори. Кори. Кори, 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 кори. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я вижу, вижу. Он трогает дверь, а не отставляет отпечатки. Вот, прикиньте. Ну, это Абака. 100% Абака. На троечку дверь потрогал. В который раз ты уже не оставляешь отпечатки? А? Который? Так, это ты потушил? Да. Осталось ниже 25 сесть. И в целом. Угу. А чё, мы можем пойти попробовать... Прятаться только негде, опять же, да? Ну, давайте вот так вот еще сделаем. И, наверное, я соль сейчас притащу. Мы заодно подзаработаем на этом мерзавце. Кори. Кори, 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 кори. Ты же Шипман? Шерман, прости. Кори Шерман. Кори Шерман. Он Шерри. Ну, скажи что-нибудь. Кори. Будем считать, что это не Банши. Хотя так считать, конечно, это такое себе. Окей. Угу. И последнее распятие я возьму. Мы его вот здесь где-нибудь положим. Давай. Вот ты черт, а? Ты опять свет вырубил? Говнюк. Какой. Но, с другой стороны, рассудок нам и так надо сажать. У нас 25 должно быть. Ниже 25. Я хоть и пил успокоительный этот боярышник. Но надо бы... Надо бы еще просесть. Так, ты ходишь тут, да? Ага. Ага. Вот тут. Ладно. Фотосессия. Доказательства. Ну, все, ладно, взаимодействие, следы в соли. Я, в принципе, доволен.
Свечу он потушил. Значит, мы берем вот так, вот так. Вот с благовониями проблему обещали тоже исправить. Паншиханту Абака. Ну, скорость. Пощупаем его. Если нет, то это Абака. Ну, если он никак скорость свою не меняет. На банше я что-то не думаю прям. Вообще не думаю, что это банши. Никаких баншовых идей. Вот, ну, ничего такого не происходит. Иди сюда, шипмен. Чарин пойти рассудком грохнуться. Я одну же спичку поджигал только, да? Ну давайте подождем. Так. 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 Пожалуй, что все. Этого уже должно было быть достаточно, чтобы просадить меня. Мы в зоне охоты. Да. Прям вообще в зоне охоты. Ну давай, атакуй. Ага, пошел первый крест. Сейчас будет атака. Самый дальний там, да? Это был Ghost Event. Все еще. Ага, второй. Окей, давай. Уже можно. Сильно переусердствовал, надо было кресты пофотать. За них побольше дают, наверное. Кори! Ку-ку! Кори, ку-ку! Кори! Кори, куриться будем? Иди сюда, покажи мне, как ты. Блин, а Ханту на кошмаре минус не прячет. Стоп, 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 это уже атака. Угу. Так, и для очистки совести, знаете, что мы сделаем сейчас? Мы возьмем и... Я же его обку... Маровский перещелчок? А, ясно. Вот отпечаток есть теперь. Ага. Воду испортил. Это Абака, стопроцентно, потому что не мог он не оставить отпечатки тогда. Все задания выполнены. Весь альбом защелкан. Это Абака, это кошмар. А мы уезжаем. Ну, в целом, кстати, кроме вот мерцания в фургоне, я пока никаких огрехов не заметил. Благовоние сработало как надо. Уже приятно, да. Ждем-с. Абака, он самый. Итого, мы сейчас посмотрим, у нас награды 4x, то есть кошмар, 1400. Уровень сразу бах. 1612, минус 100, 1512, полтора куска можно получить. Фотографии не самые лучшие, 47 всего лишь. Если бы я кресты пофотал, было бы побольше. Наверное, какой день приятный, когда уровень получаешь. Хорош. А, хорош. И у нас получается 17 уровень. Да? А сколько? Подробная статистика. Игрок. Можно при призрака посмотреть. Не стал бы я смотреть его шейпшифтинг. 0 раз менялась любимая комната. 55 дверей потрогано. 11. 55 взаимодействий.
Способностей использовано 5. Я полагаю, что одна из его способностей – это не оставлять отпечатков, когда он с чем-то взаимодействует, типа вот с дверью. Например, да, Абака нам попался. Такие дела, друзья мои. Спасибо, что были со мной. Понравилось? Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте свой королевский лайк, если еще не. Ну, я, как обычно, желаю вам всего самого-самого. Не болейте. До новых встреч, а пока. Наслаждаемся новой фазмой. Пока.